Здравствуйте, дорогие друзья. На связи Фейкзлом. И сегодня у меня с Иваном Током для вас очень необычная новость. Так вот, Иван Ток смотрел в окно ночью. На одном из скриншотов проезжала машина, и он увидел отражение фар. И это отражение было похоже на то пятно на скриншоте. Значит, кто-то не спал, пока проходил палочник. Так ведь? Значит, это видео может доказать, что видеозапись фейк. Ну или наоборот. А если окажется, что этот человек видел палочника, осталось только выяснить, что это за машина. Вот над этим надо подумать. И да, это точно была машина. Панели, которые могли бы так отражаться поблизости, просто нет. Но на этом у меня все. Меня